Привет-привет, ребята! Вы на канале Мультмикс! И сегодня мы наконец узнаем, что же ждет нас в конце приключения про улитку. Давайте скорее поможем Бобу, что же нас здесь ждет. Так, какие-то странные летающие штуки. Нам нужно вот этот луч отключить. И... Ой, Боб! Ой, оказывается, они опасные штуки. Так, сейчас это... Ай! Ой-ой-ой, мы упали. Сейчас попробуем еще раз. Давайте отключим этот луч. И быстрее вниз. Улиточка, поторопись, стой! Вот это да. Страшно. Так, теперь нам нужно, ага, вот сюда пройти и остановиться перед лучом. Улиточка, стой! И вот так, Боб, турбо скорее! Так, стой, Боб. Так, как же нам здесь теперь? Ага. И... Ой. Фу. Открываем. А, нет, а как же открыть? А, вот так. Поворачиваем. И теперь нам нужно... Стой, Боб. Стой. И включаем. Боб, следующий уровень. Ой, правда, мы про звездочки забыли. Ну ничего страшного, ребят. Ну ладно, что ж теперь поделать. О, здесь какой-то монстр. Здесь улитка-монстр. Она хочет нас превратить в какое-нибудь существо. Ой, вот так тебе. Мы тебе скроемся. Так, ребята, нам нужно пройти еще чуть-чуть. Он стреляет в нас какими-то... Ай! Ой-ой-ой! Злобная улитка-монстр заколдовала нас. Так, нужно быть осторожнее. Вот так. И еще раз. Стой! Уфу! Монстр свалился вниз, но это еще не все. Похоже, нам придется еще с ним сразиться. Так. Ай, опять! Фу. Ой, Боб! Ребят, что же нужно сделать? Вот так. Отлично. Монстр опять свалился. И здесь нам нужно его убить. Так. Вот так тебе. Ой. Нет, не то. Что-то мы должны сделать другое. О, вот так. Отлично. Кушай, монстр. Так тебе и надо. Будешь на Боба тут всякими штуками стреляться. Па-па-па-па-па-пам. Ух ты, мы прошли. Дедушка нас ждет, он уже плачет. Ух ты, мы наконец-то с дедушкой. Ребят, мы помогли Бобу вернуться домой. Отлично, ребята, увидимся с вами в следующих сериях. Оставайтесь с нами, пока-пока. Жми на кнопку подписаться, чтобы узнать о выходе новых серий.